Все зависит от того, как ты воспринимаешь свою жизнь, как ты мечтаешь, как ты рассуждаешь, как ты думаешь, к чему ты стремишься, какие у тебя цели, какие у тебя планы, какие у тебя мечты. И вот смотри, пока ты будешь ограничивать себя, пока ты будешь запрещать себе хотеть, пока ты будешь смотреть на чужую жизнь и подглядывать так в щелочку, знаешь, за чужими жизнями, ты не будешь жить свою жизнь, ты будешь проживать чужую жизнь, подглядывая вот в эту щелочку. А для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы позволить себе иметь, тебе нужно в первую очередь почистить свою голову и убрать у себя из головы вот эти убеждения твои, которые не дают тебе это сделать. Вот эти твои сомнения, когда ты постоянно сомневаешься и не знаешь, а стоит тебе что-то делать, не стоит тебе что-то делать. Пока ты не уберешь у себя в голове вот эти вот убеждения и программы, которые управляют твоей жизнью, потому что не ты живешь эту жизнь, а тобой проживают твою жизнь. Ты будешь мучиться, страдать и постоянно жаловаться, что у всех все хорошо, а у тебя что-то не так, что-то плохо, что-то не получается. Поэтому, если ты хочешь действительно начать по-настоящему жить, если ты хочешь действительно получать от жизни все, что ты хочешь, потому что жизнь, она создана для тебя, для того, чтобы ты ей пользовался, ты будешь мучиться, страдать и, знаешь, посасывать легонечко, так тихонечко, посасывать вот эту свою никчемную мрачную жизнь. А если ты хочешь поменять свою жизнь, если ты хочешь изменить свою жизнь, действительно поменять и получать от жизни только кайф и удовольствие, тогда переходи в профиль, и я объясню тебе тогда, как и где ты совершаешь вот эти вот ошибки, которые с каждым днем все сложнее и сложнее исправить. Пока!